Ура, ура, ура! Мы несколько месяцев ждали этого момента, когда мы можем выехать на какой-нибудь фестиваль или ярмарку. Посмотрите, какая зелень, какая красота. В общем, мы решили выехать. Сегодня какой-то здесь фестиваль проходит. Эко-фестиваль. Посмотрим. О, здесь обновили вот этот вход. Мы видим уже. И, кстати, сегодня вход бесплатный. Обычно, по-моему, $10 за человека. А сегодня вход бесплатный. Машин вообще просто море. Это все, что здесь. А еще и там на входе, когда только на въезде, когда только въезжаешь. Ладно, мы заходим. Мы получаем удовольствие и показываем его вам. Мы уже получили первый подарок. Это сумку. 1 миллион. Одна... Короче, одна сумка к нашему миллиону сумок в моей коллекции. Мы остановились уже возле нескольких столов, и мы поняли, о чем здесь идет речь. Об окружающей среде, о чистоте, о том, как сохранить нашу планету чистой, распродаже всяких растений зеленых. В общем, все, что связано с экологией, с природой и так далее. Цветы продают, различную зелень, листья. Но цены, я скажу, не маленькие. Вот такие ручные работы для птичьей гнездышки. Не знаю, сколько стоит. Тяжелая. Ну, думаю, что дорого. Ручная работа, она... А, вот цена. $52. Какая здесь посуда красивая. Цвет такой какой-то приятный. Ой, смотрите, какая шкатулка. Эвелин, ты зачем свет поломала? Так, Эвелина, где ты, покажи, свет поломала. О, ух ты, как ты красиво умеешь сделать. Ну-ка еще раз. А, оно само переключается. Красиво. Раз, два, три, елочка, гори. Я не помню, показывала ли я когда-либо вам этот корабль или нет, но посмотрите, какой он шикарный. И это все из стекла сделано. На стекло, конечно, не очень будет хорошо видно, но тоже посмотрите, как красиво. Это такие вазочки. Сова классная. Уточка. Какая прелесть. Типа как масленка или что-то типа этого. Это музей. Это не на продажу, это музей. Это то, что они здесь делают. И год указан, то есть в каком году, как было и насколько все усовершенствовалось на данный момент. Этого раньше здесь не было, это пресс-машины. Как они работали со стеклом. Смотрите, какая ваза шикарная. Ой, прелесть, она огроменная. Прелесть. Не передает, конечно, камера ее масштабов и красоты. Так даже немножко лучше с этой стороны, не так сильно свет падает. Очень красивая. Моя лампа какая красивая, лилии. Эвелина, ты говоришь, это стекла? Да, я думаю, что. Вот эти шейдс, самые лилии стекла или полностью? Нет, это металлическое, скорее всего. Ну, смотри, вот это вот все стекло. Ничего себе, неужели это правда все из стекла сделано? Красивое. Он здесь сильно отсвечивает. Мне очень нравятся вот такие вещи, когда в вот таких шарах сделаны вот такие декорации цветов, различных листочков. Вообще, это такое искусство, это такое мастерство. Ну, просто красотень. Он смотрится как натуральный, как будто бы там натуральные цветочки внутри. О, смотрите, птичка какая красивая! Прелесть вот эта! Вообще все красивые, и с цветочками красивые, с птичками красивые. И вот такие подставочки очень красивые. Ну, не подставочки, как сказать. Короче, таким образом сделана декорация, не шарами. Тоже очень красиво. Даже нижнее белье из стекла. Вот вам еврейские шахматы. А это уже не стекло, это уже настоящий паук. Но он за стеклом. Но он шевелился.
Я видела, что он шевелился. Ага, шевелится. Шевелится. А здесь наверху, посмотрите, какая красота. Тима, ну, посмотри на его этот. Красиво. Так, мы уже находимся в месте, где еда. Уже пошли хорошие запахи. Тоже людей очень много и там, где еда, и там, где кушают. Но мы сейчас сначала походим, проголодаемся как следует, а потом уже будем думать насчет того, что мы можем купить вкусненького. У нас продают различные варенья, барбекю соус с персиком. Интересно было бы попробовать. Персиковая салса. Ой, какая симпатичная птичка. А это уже напитки персиковые. Вот я не знаю, если это алкогольные или нет. Сейчас буду разбираться. Также можно купить овощи, фрукты. Мы уже купили яблочко, помидорки. В общем, потом покажем, что мы получили, что мы купили. $35 уже потратили. Цветы здесь продаются и горшки, или как сказать, от вазона, от сделаны на 3D принте. Красивый, очень сильно. Здесь можно понюхать. Здесь мыло. Одно стоит $6 или 4 мыла, 4 куска на $20. Устали ходить, можно присесть отдохнуть. А если отдохнули, то, пожалуйста, идите дальше. Здесь продают всякую стеклянную такую мелочь или ложечки всякие для тортиков. Тоже красиво. Здесь какая красота. Ой, какая красота. Мне вот этот нравится. Так, на этой стороне еда, на этой стороне люди. А на этой стороне живая музыка. Мы всегда любим ходить на этот мостик, но он закрытый. Похоже, что просто делают новый мостик. А под мостиком плавают гуси. Как вы думаете, куда побежал Тима? В школу. Это старая школа. Не знаю, наверное, когда-то действующая была. Мы так думаем. Потому что написано public school, то есть городская школа, закрыта. Ура, Тима, нету школы сегодня. Тима, no school today. It's the weekend, that's why. Вот такое здание. Yeah. Устраивают какие-то декорации. Сначала в кругу раскладывают там листочки, всякие цветочки, овощи, фрукты. Листики. Ну, такая красота получается. Какие здесь страшные, ужас. Фигурки всякие. Ужасно. Ну, это индийцы, да, Эвелина? Нет? Мне кажется, да. А, да. Да. Они же как коренные жители. Это South America, которая, мне кажется. Их одежда, их украшения, декорации. И даже здесь можно купить себе одежду. Например, вот такое замечательное платье. Это не платье, это рубашка. Рубашка. Стоит $35. Вот такая удлиненная рубашка. Вот костюмчик. Так и просится на ваши плечи. А где цена у него? А он бесценный. Че? $65 стоит рубашечка. Всего-навсего. Прям с Гуччи сняли. Вот такие панталончики. Так, барабанная дробь. Как вы думаете, сколько она стоит? Вот эта штанишка. Эта штанишка стоит $60. Ну так. Так мы и живем. $60 на штанишки. Друзья мои, носочки. Ну, штаны купили, кофту купили, носки надо купить. А носки у нас стоят, а носки у нас стоят, а носки у нас стоят. $22.95 за парочку. $23.50. Есть и за $23.50. Как вам повезет. Как вам повезет, в общем. За какую цену хотите, за такую берите. Так, оделись, но еще не обулись. Но надо же причесаться. Вот вам заколочка за $30. Одна пара сережечек. $42.50. Так, я купила яблочки. А куда их складывать? Вот я нашла тарелку для яблочек. И ничего, что-то стоит $450.
Зато большая, зато красивая. Бедная клумбочка. Такие цветы здесь красивые продаются. Не могут посадить сюда красивые цветы. Что-то они какие-то потрепанные жизнью. Да еще рядом с мусоркой. Так, по идее, здесь должен быть кто-то живой. Там есть кто живой? Да. Кто там живой? Змея. Змея? Где змея? О, змея! Ой, через сетку ее плохо видно. Так, тоже плохо видно. Ага, вот она, вот она, вот она. Вот она красоточка. Вот она красоточка. А там черепашка. Черепаха вон. Со змеей вместе. Помните, в прошлом году Вилина держала змею? Вот мы опять пришли к этому месту. Ого, какая большая черепаха. Челюсть какая. Да, он паук. Жуки всякие. Так, цена на змею не изменилась, также подержать змею $5. В общем, хотела подержать я змею. Пока мы подходили к этому месту, я была очень смелая и сказала, да, да, я смогу подержать змею. Когда мы подошли к этому месту, я сказала, нет, что-то я не хочу ее держать. Эвелина говорит, я в прошлом году держала, в этом году тоже отказалась. Так что не будет вам змеи. Ой, какой красивый стаканчик, 21,75 стоит. Очень красивый. Так что змеи в этом году не будет. А жаль. Что-то я не рискнула. Я понимаю, что она не укусит, раз все люди держат, то ничего плохого не случится. Но вот что-то как-то я струсила в этот раз. Ой, смотрите, какой веничек классный. Вилина, ну-ка, чтобы я не нагибалась, старую свою спину не гнула. Посмотри его цену. $15. Сколько? 15? $15 веничек. Ну, симпатичный. Посмотрите. Какие интересные игры для путешествий. Если едете в дорогу, взять с собой можно вот такое шашки. Шашки или это шахматы? Короче, я в них не разбираюсь. И морской бой. Сколько стоит? 8,75. Стоит. Такие дорожные настольные игры. Смотрите, что я нашла. Бумажная кукла. Я помню, мы такие рисовали и... нам кто-то рисовал, ну, если я не умела сама рисовать, то мне кто-то или рисовал, или где-то как-то я вырезала, и домики я для них рисовала. А здесь, посмотрите, 19,50 стоит. Как жалко, что Эвелина уже выросла. Бумажные куклы, и для них все... что тут еще есть? Комнаты различные, и одежды, это для пекаря и художника. В общем, куклы пекаря и художники, ну, какая прелесть. Если бы я это в детстве увидела, я бы горько плакала, потому что мама бы мне это не купила. Я никакие цветы, помидоры, огурцы, там ничего такого не покупала, потому что это еще рано. У нас говорят, в нашей зоне лучше всего садить после маминого дня, а мамин день у нас будет в следующее воскресенье, поэтому после следующего воскресенья я и буду покупать такое, ну, для огорода. Огородные растения. Пока еще нет. Дома их хранить. Ночи у нас еще очень холодные. Дома хранить я это не собираюсь. Спасать от холода. Поэтому еще недельку пусть это подождет. А потом уже буду покупать. Сейчас мы идем что-то перекусить. Потому что мы уже все обошли. Где была возможность, вам показали. Надеюсь, вам это понравилось. Мы старались. Тима прячется. Короче, Тима уже жует. Он не хочет, чтобы я его снимала. Тима жует хот-дог. Хот-дог стоит $6. Напиток Pepsi стоит $4. В общем, $10 отдали за то, что можно в магазине купить целую пачку хот-догов и их упаковку воды. Тима свой сэндвич уже умяла. Мы с Эвелиной... не хот-дог, не сэндвич, хот-дог у него был. А у нас с Эвелиной куриный сэндвич и картошка. О, ужас, как же мы наелись и напились. У меня Тима пол сэндвича, как всегда, отхватил. И хорошо, что он это сделал. Я бы его уже не осилила. В общем, я ела картошку, половину сэндвича. Тима вторую половину сэндвича съел. Очень вкусный был, очень вкусный. Картошка такая хрустящая прям была вообще. А Эвелина съела сэндвич и половину картошки. Короче, тоже не доела. Ой, ну мы нагулялись. Воздух свежий, не жарко. Ну как, относительно не жарко. Особенно если солнышко за облачко зайдет, то вообще красота. Влажности еще пока нет. Но мы уже устали. Мы уже идем домой. Ого, собачка здесь. Ого.
Кстати, мы взяли расписание. Здесь можно было взять расписание всех мероприятий, которые будут в этом году в парке в этом. Так что минимум два еще интересных мероприятия мы посетим и возьмем вас с собой. Смотрите на въезде еще сколько машин. Там на той стороне тоже что-то было. Мы видели, там палатки стояли. Тоже можно было что-то посмотреть, но мы уже не хотим идти. Мы уже устали. В 4 часа заканчивается. Сейчас не знаю сколько. Часа 2, наверное, сейчас. Может, чуть побольше. Через пару часов заканчивается. И во многих киосках, где продается еда, уже написано: мы все продали, мы все продали. Короче, люди приходят на эти мероприятия поглазеть и поесть. Не зря было сказано: хлеба и зрелищ. Вот это людям и надо сейчас. Хлеба и зрелищ. И что интересно, есть маски. Есть те, которые до сих пор ходят в масках на свежем воздухе. Зачем? Объясните мне, пожалуйста. Вот так нас за 3 года научили бояться всего и всех. Ну и что я взяла на сегодняшней ярмарке? Начнем с бутылки. Там можно было попробовать этот напиток. Это персиковый как бы сок. Здесь написано 90% персикового сока. Сахара здесь 33 грамма. Это очень много. Но мы попробовали. Он очень-очень вкусный. Мы взяли персиковую салсу. Не знаю, еще не пробовала, но думаю, что очень тоже вкусно. Это, кстати, наше местное производство, нашего штата. И мы взяли персиковое варенье. Я варенье люблю, я кушаю каждое утро с булочкой или с хлебом, там, с сыром. Очень нравится. Взяли вот такие яблоки. Здесь 5 штук за 5 долларов. Ужас, это дорого. На самом деле это дорого. И взяли вот такие большие помидоры. Получается 4 штуки тоже за 5 долларов. Сейчас посмотрим, какой вес. Мне очень интересно узнать, какой вес всего того, что мы взяли. Так, сейчас будет на ноль. Для удобства чашку. Так, взвешиваем яблоки. Во сколько же они нам обошлись по весу? Так. Даже килограмма нет. Ну, грубо говоря, 2 паунда за 5 долларов. Ну, дорого. Получается, паунд примерно 2,50. Так, и теперь мы взвешиваем. Паунд — это полкилограмма, напоминаю. Помидоры. 4 помидора тоже были 5 долларов. Но это побольше. Это 3 паунда, кило 200. За 5 долларов получается примерно за доллар. Ну, грубо говоря, за 2 доллара примерно за паунд. Ну, это нормальная цена. Для натуральных помидор. Они такие, смотрите, такие большие. Так что для помидор это нормальная цена. Ну, вот такие были наши покупочки на этой ярмарке. Я хочу попробовать персиковую салсу, которую мы сегодня купили. Это очень вкусно. Очень вкусно. В меру такая острая, немножко сладенькая. Вообще не в меру острая. Чувствуется в горле. Но вкусно. Очень вкусная. Беру свежий хлебушек. С свежим хлебушком это будет вообще что-то. Вкусно. Ну, а я с вами буду прощаться. До новых встреч и до новых видео. Всем пока и спасибо за просмотр.